Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире служба информации Первого Балтийского канала. Мы расскажем вам о самых важных событиях в Литве. Литовские консерваторы боятся пятой колонны с британским паспортом, которая станет инструментами Кремля. Пока президент давала наказ руководству парламента, правительство определилось с реформой университетов и отпусками. В Вильнюсе открыт банк материнского молока, который ждет доноров и должен стать спасением для многих семей. Как отмечали 8 марта в столице? Как поздравить премьер свою супругу и о чем запели полицейские «Щауляй»? Литва – янтарная страна без янтаря. В Вильнюс съехались мастера ювелирного дела со всего мира. Об этих и других новостях наш информационный выпуск. В Соединенном Королевстве может сформироваться пятая колонна из недовольных литовских эмигрантов, если не узаконить двойное гражданство. Такой сценарий сегодня прозвучал в Сейме на встрече народных избранников с представителями литовских общин, проживающих за рубежом. Великобритания вот-вот покинет ЕС, поэтому десятки тысяч населяющих ее эмигрантов могут отказаться от литовского гражданства в пользу британского, утверждает консерватор Жигимантас Павильонис. Все от того, что на деле нашим согражданам практически невозможно обзавестись вторым паспортом, поэтому узаконить такую систему нужно как можно быстрее, говорит депутат. В противном случае недовольством литовцев, которые, скрипя сердцем, рвут юридическую связь с родиной, могут воспользоваться коварные вербовщики Путина, неожиданно заявил политик. Те люди, которые теряют гражданство, очень злы на власти Литвы. И знаете, что случается? К ним подходит Кремль со своими продуктами, Россотрудничеством, газетками, танцами, фестивалями и создает для нас пятую колонну, и мы, по сути, позволяем это своими руками. Вскоре у нас будет пятая колонна с британскими паспортами. Какие именно козни будут строить своей родине нелояльные экс-граждане, народный избранник не уточнил. Что до легализации второго паспорта, ей мешают политические преграды и правовые дилеммы, говорят в Сейме. Систему двойного гражданства можно ввести, лишь изменив конституцию на референдуме. Однако в эшелонах власти опасаются, что его результаты могут быть не в пользу поправок, если, к примеру, свой голос отдадут меньше половины избирателей. Чтобы этого не случилось, нужно позволить высказаться самим переселенцам, считает соцдем Йозас Бернатонис. Мы можем ввести электронное голосование, отказавшись от фобий, которые есть у некоторых политиков. Мы можем облегчить и изменить закон о референдуме. Это было бы путем, дающим гарантии и не зависящим от давления на Конституционный суд, которому он либо поддастся, либо нет. Впрочем, недоверие к электронной системе выборов не появилось на пустом месте, возразил парламентарий Арвидас Анушаускас. К примеру, на днях власти Франции запретили гражданам голосовать из-за границы через интернет, сославшись на риск кибернетических атак. К тому же, глава избирком нашей страны не может толком разобраться и с бумажными бюллетенями, иронизирует либерал Аушриня Армонайте. Люди шутят, что некоторые австралийские литовцы до сих пор не получили бюллетень, хотя выборы уже прошли. Поэтому мы должны говорить прежде всего о взгляде наших дипломатических представительств на уехавших литовцев, а также о создании условий для участия в выборах. Это и больше мест, где можно отдать голос, и больше времени на регистрацию и голосование. А когда диаспора сможет без проблем принимать участие в выборах, можно будет проводить и референдум, убеждена парламентарий. По официальным данным, на участие в осенних парламентских выборах подписались 19 тысяч выходцев из Литвы, но среди них 3 тысячи так и не отправили бюллетень в урну. Всего же в эмиграции, по разным данным, живет от 800 тысяч до миллиона граждан Литвы. Сергей Шалкин, Мартина Свицбелис, Первый Балтийский канал. А у стен правительства Литвы сегодня неспокойно. Барабанный грохот и плакаты. Там прошла акция протеста против реорганизации лесных хозяйств. Власти страны решили вместо 42 мелких лесничеств учредить одно. Сразу 4000 человек рискуют пополнить ряды безработных. Порядка 15 активистов словно прощаются с работой и своими лесными хозяйствами.
По словам протестующих, проведя реорганизацию или упразднив 42 мелких лесничества, образовав при этом одно предприятие государственное, работы могут лишиться около 4000 человек. Даже плакаты гласят: «Разрушать не строить, здесь мозги не нужны». Уничтожая рабочие места, иммиграции не сократить. Лесничество закроем и в Ирландию уедем. Настроение, как говорится, не слишком хорошее у тех, кто отстаивает права хозяйств. Такое широкое, масштабное закрытие этого сектора повысит уровень безработицы в стране. Литовская экономика неблагоприятна к безработным, поэтому люди вынуждены уезжать в другие страны. Уволят всех рабочих и все, и сделают одно предприятие на всю Литву вместо 42. Так, наверное, они говорят, что там в России не будет это, но кто там в России не будет руководить? Там нужно несколько сот человек, чтобы руководили. Так, конечно, будет это в Вильнюсе или Каунасе. Я думаю, что в Вильнюсе. Из Вильнюса будет руководить всеми лесами на миллион гектаров. Так, кто там знает в Вильнюсе, что там творится в Россейне или там где-то в Кедайне? Активисты возмущены, как они говорят, бульдозерной реформой. Считают, что властям Литвы попросту необходимо решить вопросы крупных переработчиков дерева. Ведь у государственного предприятия покупать дерево станет в разы дешевле, чем у мелких лесничеств. Скандальные заявления. Это интересы только очень крупных компаний и даже международных компаний. И они хотят, значит, завладеть этой, как сказать, древесиной. Они хотят иметь монополию на это. И чтобы там всякие маленькие, они там не перерабатывали. Они хотят только, чтобы вот большие перерабатывали, чтобы большие... Протест прошел, активисты разошлись. И поступила новость от премьер-министра Саулюса Сквернялиса. Правительство все же утвердило реорганизацию лесничеств. Если мы говорим об эффективном управлении госкомпаниями, если мы хотим, чтобы компании генерировали возврат денег в наш бюджет, если мы говорим о защите, присмотре и восстановлении наших лесов, то не согласиться с реорганизацией хозяйств было невозможно. Премьер считает, что реформа лесничеств обеспечит эффективную работу хозяйств, станут прозрачнее конкурсные закупки, начнется экономия бюджетных средств. С ним соглашается и министр защиты окружающей среды. Экономия составит в год около 13 миллионов евро, а число рабочих сократится на 400 человек. Не 4 тысячи будут уволены, как говорят оппоненты, а 400. Но эти люди будут уволены не сейчас, а в середине следующего года, после того, как Сейм примет наше постановление. Закон после подтверждения парламентом вступит в силу с 1 января следующего года. Премьер-министр Литвы добавляет, что опасаться повального увольнения работникам лесных хозяйств не стоит, потому что для каждого, возможно, найдется рабочее место после оптимизации административных работ предприятия. Напомним, в 2018 году Литва планирует присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития, а одним из условий присоединения является реорганизация лесничеств. Пока документ не достиг Сейма, уже становится ясно, что не все политики готовы согласиться с предложенным проектом. Ирина Высокович, Мартина Свицбилис, Первый Балтийский канал. В президентском дворце прошла встреча главы государства с первыми лицами Сейма, в ходе которой были обсуждены приоритеты парламента на эту весну. Далее Грибаускайте выразила надежду, что грандиозные реформы, которые запланировало правительство, поддержат как правящие, так и парламентская оппозиция. По реформам плачет весь госсектор, говорит президент. Необходимо снизить уровень бюрократии, позаботиться о соцгарантиях жителей, а также обеспечить энергетическую и военную безопасность страны. Кроме того, предстоит очистить от коррупции госучреждения, ставшие символами номенклатурщины, как выразилась Грибаускайте, литовские железные дороги, лесничество и центры регистров. Словом, работы этой весной хоть отбавляй, поэтому политикам следует не воевать, а объединяться, призвала глава страны. Пакет стратегических реформ огромен, поэтому здесь необходимо, чтобы Сейм работал не только очень сплоченно, но и очень профессионально. Кроме того, правительство должно не только знать или хотеть, но и уметь подготовить реформы, убедить общество и достичь результатов. Если реформы важны для государства, если они прозрачны, очень хотелось бы верить, что их поддержит и оппозиция. Чтобы сделать госаппарат более эффективным, нужно отказаться от дублирующихся функций органов власти, считает президент.
По ее подсчетам, сегодня различным министерствам подвластны более 300 учреждений. И нередко они проделывают ту же самую работу. Особенно этим грешны сферы энергетики, экологии, строительства, инноваций, сельского хозяйства и спорта, отметила Грибовскайте. В свою очередь, спикер Сейма Виктор Спранскетис добавил, что на предстоящие реформы смотрит как на экзамен в глазах общества. Те приоритеты, которые мы себе поставили, являются экзаменом как для правительства, так и для коалиции. В целом, это работы во имя Литвы, поэтому я считаю, что это и должно остаться нашим приоритетом. Парламент, говорит его глава, уже поступили предложения и планы правительства. А в стопе законопроектов после зимнего затишья скопилось более 500 документов. Полным ходом Сейм начнет работать послезавтра, когда в график народных избранников вернутся регулярные пленарные сессии. Сергей Шалкин, Первый Балтийский канал. А правительство сегодня, как на конвейере, рассматривало ряд важнейших вопросов для государства и граждан страны. Трудовой кодекс и количество отпускных дней, реформа образования и продолжение коррупционного скандала в департаменте автодорог. Но обо всем по порядку. Сегодня выяснилось, что один из руководителей литовской дирекции автомобильных дорог Дэвис Забулёнис был уволен из-за связей со скандальной компанией MG Baltic и Kauno Tiltai. По данным службы спецрасследований, Забулёнис протежировал интересы этих компаний. Кроме того, он и был ответственен за общественные закупки. Одним словом, коррупционные скандалы продолжают сотрясать Литву. Громкая прошлогодняя история вокруг MG Baltic и экс-лидером либералов Элигиюсом Масюлисом разрослась, кажется, уже во всем госаппарате. Сегодня однофамилец бывшего ЖК либералов намекнул, что это далеко не конец. Мы получили от службы спецрасследований информацию о действиях этого инспектора, в которых прослеживается продвижение бизнес-интересов. Я потребовал выяснить, может ли этот человек продолжать работу. После расследования комиссии оказалось, что нет. Он был уволен. Другой вопрос. Реформа образования, а точнее объединение университетов. Реформа в системе образования, реформа высших школ, ее цель – обеспечить качественную подготовку учащихся. Потом эти учреждения должны быть готовы к проведению научных исследований, чтобы они могли соответствовать международным требованиям. Суть реформы – качество. В последнее время общество тревожит вопрос количества высших учебных заведений. Если реализовать реформу, то вузы объединятся. И сколько же останется высших школ? Что касается количества, здесь тоже зацикливание общества происходит. Скажите, сколько останется вузов? Мы говорим о сокращении числа студентов, потому что особенно важно, мы не хотим, чтобы вузы поступал кто попало, с нулевыми баллами. Понятно, что если мы повысим требования для университетов и отталкиваясь от количества студентов, большого числа вузов не останется. Критерии подскажут, сколько их останется. Один из резонансных вопросов последнего времени – количество отпускных дней, предусматриваемых в Трудовом кодексе. 20 или 22 дня? Как решит правительство? Мы считаем, что 22 дня отпуска – это нормально. Но в Трудовом кодексе есть норма. Говоря об отдельных профессиях, которые подразумевают ответственность, сложные работы, эмоциональное напряжение, то здесь можно еще подрегулировать. Самый лучший вариант, по-моему, это отметить в коллективном договоре, сколько дополнительных дней может взять человек, условия работы которого тяжелые. Основные вопросы на повестке дня правительства рассмотрены, предложения в ближайшем будущем попадут в Сейм. Ирина Высокович, Мартина Свицбелис, Первый Балтийский канал. Сегодня оглашена статистика, которая показывает, что суды первой инстанции в Литве признают виновными 97% подсудимых. В прошлом году из почти 19 тысяч подсудимых суды первой инстанции оправдали лишь чуть более 500 обвиняемых, а это всего лишь 3%, говорится в отчете о деятельности прокуратуры. При этом суды в прошлом году удовлетворили 2/3 поданных прокурорами апелляционных и половину кассационных жалоб. Банк материнского молока сегодня открылся в Республиканской детской больнице в Вильнюсе. Это второй после Каунаса центр донорского молока для новорожденных, которые с первых дней нуждаются в усиленной поддержке и лечении. Пока в молочном банке ничего не продают и не дают в кредит, но очень ждут вкладчиков.
Открытие банка материнского молока в Вильнюсе приурочили к Международному женскому дню – празднику мам. Пусть он не так популярен, как раньше, но в календаре обозначен, заверил глава банка. Минувшим летом Литва пополнила список стран, где молочное донорство существует давно и успешно. Теперь и в Вильнюсской детской больнице Санторишкес очень надеются накопить собственные запасы эликсира жизни для грудничков пациентов. Без сомнения, может прийти любая женщина, которая только захочет поделиться своим молоком. Мы даже рассматриваем возможность принимать молоко, которое дома уже заморозили. Мы все равно должны каждое поступление подвергнуть проверке. Конечно, если женщина согласится стать донором, ей тоже нужно будет пройти проверку. Работа банка материнского молока не уступает по сложности банку крови. Каждая женщина-донор проходит проверку здоровья. Затем проводят проверку из данного молока, в том числе по составу. Если белков и жиров не хватает до нормы, есть возможность обогатить молоко. Дальше его подвергают быстрой заморозке до минус 40. Так молоко при хранении не потеряет свои бесценные качества. Вместительные холодильные камеры стоимостью в десятки тысяч евро ждут поступлений. Дело за поиском доноров. По опыту Каунаса, спрос превышает предложение в несколько раз. Не самое лучшее положение в Литве с кормлением грудью. Большинство мам уже через месяц после родов переходит на смеси. А ведь известно, что новорожденным нужно как минимум полгода получать материнское молоко, чтобы оно сыграло свою позитивную роль в физическом и умственном развитии. Банк материнского молока – альтернатива торговли по интернету. Полулегальный, без всяких гарантий качества и чистоты. Не зная, кто продает, как собирался и как хранился бесценный товар, кормить им родное чадо рискованно, говорят медики. Пока столичный банк молока не принимает клиентов извне. Сначала нужно своих накормить. Ведь недоношенные или рожденные с осложнениями груднички часто проводят в больнице не день и не два, а недели и месяцы. Часть детей и без мам лежит в отделении. Среди них недоношенные и с патологиями дети. Для них материнское молоко и питание, и лекарства. Наша мечта, чтобы ни один грудничок не остался без материнского молока. Есть пациентка, ее малышу сделали операцию. Чем больше мамочка нервничает, тем меньше у нее молока. А ее малышу оно сейчас жизненно важно. Она и будет той первой мамочкой, кому поможет наш банк. Одна из женщин старшего поколения вспомнила, как брали в долг холодильник соседский, чтобы сберечь материнское молоко. И как жалели, если оно пропадало. Что же теперь техника и медицина готовы решить проблему исконно женскую? Вскормить грудничков молоком матери в складчину. Ведь пока это лучшее природное средство. Наталья Гаврюшова, Первый Балтийский канал. Тем временем последние исследования показывают, что больше половины жителей Литвы никогда не делают зарядку и не занимаются никакой спортивной деятельностью. Вместе с вредными привычками это приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ну и даже психическим расстройствам. Специалисты бьют тревогу. Литве не хватает квалифицированных экспертов в сфере здорового образа жизни. О том, как важен крепкий иммунитет и хорошее физическое состояние, мы обычно вспоминаем в период эпидемии или когда напрямую сталкиваемся с заболеванием. Врачи же уверяют, предотвратить болезни не так сложно, нужно просто вести здоровый образ жизни. Однако оказалось, что в нашей стране не хватает специалистов по общественному здоровью. Специальная академическая программа по подготовке специалистов по здоровому образу жизни только в проекте, а время уходит. В нашей стране такие эксперты делают еще только первые шаги. Пропаганда здорового образа жизни чрезвычайно распространена в мире, особенно популярна в Америке. Конечно, каждый врач, помимо каких-то пилюль и таблеток, советует придерживаться правил здорового образа жизни. Однако на такие советы не всегда хватает времени, ведь прием у врача обычно занимает 10-15 минут. Самое главное, что сами люди не интересуются народными способами лечения. Куда проще подать фармацевту выписанный врачом рецепт, а многие даже обижают, когда говоришь, что 50% успешного лечения зависит от правильного образа жизни пациента. По словам специалистов, в целом здоровый образ жизни складывается из трех составляющих – культуры питания, движения и эмоций. Второй по значимости фактор – внешняя среда. Третий – генетика, и только 8-10% приходится на систему здравоохранения. При этом население вроде как понимает, что ведет себя как-то не так. Во время последнего исследования социологов респонденты дружно признавали, что недостаточно физически активны, что надо стремиться к правильному питанию, обещали менять режим, избавиться от вредных привычек и так далее. А ВОЗ, как говорится, и ныне там.
Результаты различных исследований показали, что в нашей стране доминирует слишком быстрое старение населения, низкая физическая активность, нездоровое питание и неправильный образ жизни со всеми из этого вытекающими последствиями, высокий рост заболеваемости населения и растущее число самоубийств. Статистика показывает, что мы достигли предела. Нам необходимо увеличить число специалистов, которые позаботятся об общественном здоровье. Оказалось, что программа по здоровому образу жизни до сих пор существовала лишь в трех ведущих университетах страны – Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе. А с начала этого учебного года появится и в Шуляй. И только к 2023 году планируется реализовать специальную программу по популяризации здорового образа жизни. Валерия Литвинова, Витяни Строгинис, Первый Балтийский канал. Улицы городов страны сегодня утопали в цветах, от детских садиков до университетов, государственных компаний и банков. Все спешили кто куда с обязательным атрибутом в этот день – цветами для милых дам. Праздничный день берет свое начало с 1910 года, после решения посвятить один из дней в году борьбе за права женщин. Но уже на следующий год в четырех странах Европы – Австрии, Дании, Германии и Швейцарии – 19 марта отметили Международный женский день. Позже его по всему миру стали отмечать 8 марта. Наша страна не стала исключением и включила этот день в список памятных дат. И несмотря на будни, празднуют его, похоже, повсеместно. От высших руководителей до обычных граждан. Я поздравил сегодня женщин-коллег. Что касается празднования, то это выбор каждого в отдельности. Если мужчины и женщины считают, что сегодня есть возможность поздравить, вручить цветы, я это поддерживаю. Если для кого-то это неприемлемо, я тоже это поддерживаю. Не хотелось бы регулировать, что праздновать, а что нет. Глядя на бойко торгующих сегодня цветочников, не покидает ощущение праздника. Ни накануне этого дня, ни в сам праздник работа торговцев цветами не прекращается ни на минуту. Работали всю ночь. Сплошные заказы. Мы торгуем и через интернет. Приходят заказы, мы их выполняем и доставляем на место. Вчера вечером торговали очень интенсивно до полуночи. Ночью готовили букеты, чтобы под утро их доставить. В основном заказывали мужчины. Подруге куплю синие розы, а всем родственникам, маме, сестре, племяннице, бабушке, куплю подсолнухи, чтобы было необычно. Покупаю своей любимой женщине Кристине. По какому поводу? Повод очень простой. 8 марта, женский день, но я считаю, что не совсем это оправдано, потому что я считаю, что 8 марта должно быть каждый день в году, 365 дней в году, а не только 8 марта. Однако дамы тоже не отстают, ведь не всегда мужчина может оказаться рядом. Соседку хочу поздравить и подружку. У соседки муж в больнице. Тюльпаны для мамы. О тюльпанах можно сказать, что один в поле не воин. А цены кусают даже начинающих джентльменов. Нас пятеро парней из 17 студентов в группе. Мы скинулись и решили купить девушкам цветы, пока у нас было окно. Покупаем им по одной розе, потому что по одному тюльпану слишком жидко. А если брать их больше, то дороговато будет. Пришел, потому что племянницу хочу поздравить. Какой бы праздник ни был, для меня лишь бы пьянка была. Как говорится, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило. Знойная женщина – мечта поэта. А если в этот праздник кто-то вообразил себя Каем, и его выбор пал на снежную королеву, то на этот случай у цветочников есть свой ответ. Они приготовили им новое, уникальное предложение. Это живая роза, замороженная в куске льда. Она продается вместе с вазой за 30 евро. Вода тает, превращаясь в воду, а роза остается стоять. Либо можно приобрести без вазы, только этот ледяной слиток с розой внутри за 15 евро. Однако большинство мужчин предпочитает классику жанра, выбирая не свежезамороженный товар, а живые цветы. Самыми популярными цветами в канун 8 марта, да и на сам праздник, остаются тюльпаны. И далеко ходить не надо, даже в Польшу ехать не обязательно. Достаточно заглянуть на наш столичный цветочный рынок и приобрести букетик для любимой. Андрей Танин, Витяни Строгинис, Первый Балтийский канал. А дорожные полицейские с цветами в руках сегодня по всей стране уже традиционно останавливали представительниц прекрасного не из-за нарушений и ради штрафов, а для поздравлений. В Шуляй стражи порядка
пошли еще дальше. Женщинам, водителям, ну или просто прохожим вручали не только весенние цветы, а кому-то и недорогие памятные подарки, но даже посвятили серенады. Так пламенными серенадами шауляйские полицейские топят лед в сердцах женской половины города. Пока одни постовые тормозят женщин-водительниц и пешеходов, чтобы вручить им весенний цветок и подарить скромный сувенир, другой помощник полиции разливается в трелях серенады. Прекрасные дамы с самого раннего утра, окруженные столь непривычными знаками внимания, от удивления лишались дара речи. Немного испугалась. Всегда волнуешься, когда останавливают. Кажется, что-то нарушила, но ездим аккуратно. Вокал полицейского просто супер. 10 баллов. Ну, лови смогу. Ну, из тихрую не этикет, а ишку, бяткашки, лови смогу. Ну, а ты как покинь. Очень приятно. По правде, неожиданно, но очень приятно. Подняли настроение. Сегодня на весь день будет хорошее настроение. Когда останавливали, то так и решила, что будет что-то по случаю праздника. Поэтому не испугалась. Красиво, хорошо. Следует лишь так же радушно это принимать, и все будет прекрасно. Как признает глава полиции Шауляйского уезда, традиция удивлять милых дам в день 8 марта существует давно. Прежде всего, стражи порядка воздают дань внимания своим коллегам по службе, а среди них сегодня женщин немало. Потом выходят на улицы города, чтобы дарить радость всем представительницам прекрасной половины. Никогда не бывает слишком много внимания женщинам. Мелочи, такие как тюльпан с утра по пути на работу или небольшой подарок, поднимает настроение, повысит эффективность труда и объединит коллектив для серьезного дела. Ради этого и стараемся. Каждый год ищем новые способы, но обязательно празднуем этот день. Сложился стереотип, что мы лишь караем, плохие люди. Ничего подобного. Мы нормальные люди, с чувствами и желаниями помочь людям, а не только наказывать. Сегодня еще до полудня полицейские города Шауляй цветами и подарками поздравили около 1000 женщин. Виктория Грушайте, Удронис Рудкаускас, Первый Балтийский канал, Шауляй. Сегодня стартовала крупнейшая в странах Балтии специализированная международная выставка ювелирных изделий Amber Tribe. Сотни ювелирных компаний и дизайнеров из различных стран мира сошлись во мнении, что Вильнюс заслуженно называют ювелирной столицей Балтийского региона. Сегодня в выставочном центре Литэкспо стартовала 14-я международная выставка ювелирных изделий и янтаря Amber Tribe 2017. Календарь ювелирной выставки позволит совместно отметить сразу две даты: 8 марта – Международный женский день, а также 11 марта – День восстановления независимости Литвы. Организаторы уверяют, Amber Tribe – значимое событие для всей общественности, которой не безразличны украшения. А начиналось все весьма скромно. Начинали мы в ратуше Вильнюса. Потом целых 12 лет мы выставлялись в отеле. Сейчас же мы доросли до такого уровня, что нам просто стало не хватать места. Поэтому сегодня мы здесь, и для нас это знаменательное событие. Так сложились звезды, что сегодня особый день для нас и для всего мира. Ювелирные изделия, янтарь, Международный женский день. Поэтому, я думаю, нас всех обязательно будет сопровождать удача. Всего здесь вы увидите 120 стендов. В этом году мы проводим конкурс, в котором будут участвовать 60 ювелирных работ. На выставку съезжаются профессиональные ювелиры и дизайнеры, производители и многие другие представители отрасли. Помимо соседей по региону, прибыли специалисты и из далекой Японии, Индии, США, а из России даже с Камчатки. А балом на выставке правит по-прежнему янтарь. Изделия из этого полудрагоценного камня заняли 60% всех экспонатов. И это не случайно, оттого и название выставки, которое с английского означает «янтарная путешествие». Потому что
Аналогов такой выставки нет ни в Таллине, ни в Риге. И нам очень повезло, что такая выставка есть у нас в Вильнюсе. Кроме того, сегодня мы будем устанавливать рекорд. На открытии будем представлять самое длинное ожерелье из янтаря. На фоне роскоши в эти дни не обойдется и без острых дискуссий. А именно, откуда брать сырье после того, как Россия закрыла импорт солнечного камня. Торговля янтарем прекратилась полностью, а львиная доля мировых запасов, как известно, в Калининградской области в карьере поселка Янтарный. Собственные месторождения в Литве малы, и их эксплуатировать слишком дорого. Это неизбежно отражается и на цене изделий из самородков. Валерия Литвинова, Виталий Строгинис, Первый Балтийский канал. И это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Далее в эфире Первого Балтийского канала романтическая комедия «Если бы да кабы». Я же прощаюсь с вами до завтра и желаю приятного завершения вечера на Первом Балтийском канале. До свидания.